Вы еще не устали от погодных сюрпризов? Нет? Тогда готовьтесь к новым. Во вторник опять все пойдет не по плану. Метеопрогноз обещает дождь и плюсовую температуру. А ведь по климатическим меркам тюменский ноябрь – это зимний месяц. И в норме сейчас на термометрах должно быть 7 градусов мороза. А на улицах города пора бы уже сформироваться устойчивому снежному покрову. Так на языке синоптиков называется снег, который способен долежать до весны. Но снег будет завтра, а сегодня многим придется попрыгать через лужи. Конечно, мы не можем повлиять на погоду, зато в наших силах взять с собой яркий зонтик и хорошее настроение. В такой компании даже глубина луж значения почти не имеет.